Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас суббота, и сегодня у нас видео пройдет под знаменем сельскохозяйственных работ. Я бы его назвал «Вести с колхозных полей Канадчины». Соответственно, мы сейчас находимся на так называемой ягодной ферме. Здесь выращивается клубничка. И, собственно, хотел показать, что она из себя представляет. Смысл этой фермы заключается в том, что любой человек сюда может приехать со своей тарой, поковыряться вот здесь вот, в этих самых клубничных зарослях, найти себе клубничку. Ну, клубничка, конечно, здесь не фонтан, она здесь еще либо зеленая, либо... Ой, либо какая тут она еще у нас клубничка-то. Либо не очень еще зрелая. Ну, как бы то ни было. Короче, смысл в чем? Люди приезжают сюда со своей тарой. Набирают, сколько им надо. Перед въездом, вот там вот находится контрольно-пропускной пункт, вот, на котором тебе взвешивают твою тару, которую ты приносишь, для того, чтобы справедливо взвесить потом. Потом, когда ты набираешь все это дело, ты едешь на этот самый пропускной пункт сюда, тебе взвешивают твою тару с набранной клубникой, и в итоге ты покупаешь клубнику по цене примерно в 2,5 раза дешевле, чем если ты ее покупал в магазине. Получается, за килограмм примерно 3 доллара. Ну, в общем, приезжают сюда семьи, компаниями. Здесь, естественно, есть парковочка. Вот она, эта парковочка, где люди ставят свои машинки. Здесь есть мальчики, которые показывают, на какую грядку лучше пойти. И, соответственно, после этого ты пополняешь ряды сборщиков клубники. Вот они, в частности. Собираешь столько, сколько тебе надо. И уезжаешь домой. Собственно, вот такая вот ферма, которая находится буквально в 10 минутах езды от города. Все тихо, спокойно. В общем, идиллия практически. Ну, собственно, на этом свое маленькое видео я заканчиваю. Надеюсь, представление о сборе клубники для простых жителей я вам дал. Я с ним прощаюсь, желаю вам всего самого хорошего и до свидания.